Так, всем привет, с вами Геракла, записываю видео с NL25, играть будем 9 столиков, парочку запасных, наверное. Сейчас просто на лимите очень мало столов. 8-7 стиль или в хобби игрока. В хобби игрока я в такой борт буду ставить себе, в регуляры не буду. Ну, мы чекфолдим после кола тут. Не хочу блефовать в неизвестного. Стиль поле в 3-бет или в такую структуру в колера на бата не буду ставить себе в регуляра. Так, фобот нужно обязательно сквизить. Так, ну, хобби игрок этот колирует. В принципе, если фобот олынит, что делать? Это погранично. Скорее фолдить. У него слишком маленький 4-бет. Ну, если он олынит, ну а что делать? Кол. СПР меньше одного. Король там так король чушь. Семерки вот так вот играем. Хорошо, что не доехал бэкдорный стрейт. Так, извиняюсь за перекрытие, но по-другому сейчас столы не поставишь. Хотя ладно. Ладно, хватит мне столиков. Тут 6 буду открывать, я на хайджеке. Двойки просто cold call за третьим. Вот хобби игрок ушел с первого стола, мы тоже ходим. Так, тут 6 открылись, и будем ставить плотный цбет 2 трети, чтобы создать fold equity. Так, тут чувак чекает. Ну, на чек минрейс я буду сдаваться там. Ловить бэкдоры не наша тема. С двоечками забрали, все чекнули, отдали нам пот. Так, сейчас уберу первый столик. 9-7 катшот, но тут слишком много рук, которые старше нас, гатшоты всякие, так что не буду. Ну, за такой сайзинг я посмотрю одну улицу. Шестерки, очевидно, фолд. 7-9 не попали, фолдим. Так, тут с бата на чувак стилит, у него фолд 71. Поэтому из-за этого тоз 2 маникулируем, а блеф 3 бетим. Так, сейчас. Ну, как-то так. Так. Туз король, что нам тут? Ну, цбет ставим. У нас король high flush draw. Чекаем всегда терн. Ну и чекфолдим. О, замечательно. Он нас закалировал практически без эквити на флопе. Гадшот там, фигня. Короче. Из-за этого и нужно ставить цбета в хобби игроков. А с туз король без совпадений. Пороть у двух регуляров я буду чекфолдить. Был в палаб у нас червовая карта, я бы предпочел ставить. Так, здесь я против Нита за колд-колю, но чисто за хобби игрока на большом блайнде мы рассчитываем, что он тоже часто закалирует. Со вторым мультивей. Блин, ну придется калировать тут. Ну да, я вот так и думал. Ну, тут просто у него цбет пока что 100. Вот, так что и пофиг, что большой сайдинг, он часто может чекфолд, терн, так что
кол на флопе даже такого большого сайзинга, думаю, был оправдан. Ну, иногда мы во флаш доедем тоже в 20%, так что... Так, нужно следить, сейчас появятся статы за первым столом. Хобби игрока вот этого из Канады. Так, ну, ну тут мы от Lexus'а получаем 3-бет, я думаю, буду фолдить. Да, 3-бет у него очень маленький, там только value. Туз король это фолд. Смысла в коле не вижу. Мы этот банк не можем выиграть. Если у него там полифовой части спектра нету, грубо говоря. Так. Точками на бата не изолирую. Здесь нужно поставить сабета, поставить его поплотнее, чтобы он выкинул всякие хай-карты. У них против нас тут эквити очень много, у нас андерпара. Так, 106 мы ставили сабет. Думаю, ставить ли терн, да, и нет, да. Наверное, не обязательно. Точек фолдить вообще буду. Против фишей вам желательно только валюбетать. Ставить сабет, если не колет, то дальше можно сдаваться. Фиша вы все равно не сможете заблефовать. Это бесполезно. Он там четвертую пару фиг выкинет, так что... И фиши тут в основном пассивные, то есть они... со флешдро совсем там чекают. Ловят свои ауты просто. Так, за третьим столом хобби игрок тоже ушел. Мы покидаем этот стол. С тузами. Будем, конечно, открываться. Дама 8, наверное, ближе к пасу. Туз, дама против... А, ну это вне кадра сейчас. Так, за третьим подсел какой-то хобби-игрок. Нацпро. Это, скорее всего, хобби-игрок. Поэтому... с большой долей вероятности. Можно посмотреть, сколько он играет столиков. Ну, сейчас. Да, он один стол играет. Вот такие ники, как и указано там, ротом всякое вот такое. Это, скорее всего, фиш. Так, ну, сатус дама я тут затрибетил фиша. Бет-бет-бет, забрал стек. Ну и стол заканчивается. Так, здесь чувака, конечно же, трибетим. Он, похоже, агрессивный. Рук всего 15, так что мы можем только догадываться. Ну, монетка. Ну, не затащили эту монетку, ничего страшного. Тут тоже нужны деньги. Так, здесь чувак что-то настребатит.
Здесь нужно было ЦБ отставить, я что там пропустил. Просто вот этого кола Open 11 тут нужно было обязательно ЦБ ставить. А то так взяли, отдали под. Чуваку вот этому нельзя так делать. Так, с троечками сейчас сыграем, скорее всего. Так, это статы неправильная. За восьмым. Это гансик, это нитарек. Вот. Он-то, конечно, очень мало стилит, но фолд у него все равно большой. Так что тут троечки, блеф, 3-бетаем. Так, ну тут подсела рыбка из Канады за третьим столом, я тогда не буду уходить. Посмотрим на его статы. Так, ну ты заколебал меня, блин, в 3-бет. Ну ладно. Отдам в этот раз. С дамой хай. Туз хай, король хай, я блеф 4 бетаю. Так, сколько он играет столиков, это рыбка. Непонятно. Так, туз валет я сыграю колд-колом под фиша на большом блайнде. Пусть он тоже зайдет в пот. 6-7. После такого я тоже заколирую. Скорее всего будет мультипот с фишами. С двумя. Ну, как минимум с одним, так что. Туз валет это кол. На терне мы смотрим. Ну, на терне тоже нужно колировать. Чек-чек играем. 6-7 с монстра дро. Нужно на пропущенную ставку ставить. Если бы у нас обычная 7 хай флаш дро, я бы чекал behind. А с монстра дро у нас на мой эквити 500 тысяч процентов. Примерно. Так, ну вот тут что-то хобби игрок встал с фишками. Надо же. Так, ну вот этот фишерек обойдет все время там диким сайдингом, видите? 3 доллара. Окей, пусть требует. Очевидно, он никогда не будет блефовать таким сайдингом. Это просто не имеет никакого смысла. Еще и блефовую часть спектра делать на вот такой сайдинг. Это просто фиш. Фишеряк фиш. Один фиг. Так, за каждым столом есть как минимум один фиш. Вот за первым непонятно, кто это. Он скрыт от поиска. Статы пока что адекватные на один с рук. Он не лимпит, там что-то играет рейзом. Ну, еще понаблюдаем чуть-чуть. Блин, хобби игрок ушел с восьмого. Они постоянно то уходят, то приходят.
Так, король, дама, мы открывались. Я в такой борт никогда не буду ставить себе с блефом. Так, 9-4, мы тут в дипах. Я не буду ничего делать, даже калировать. По стандарту 9-5 это кол, 9-4 это блеф 3-бет, но мы тут в дипах, так что не хочу блеф 3-бетить. Так что можно калировать, но не надо. И без этого обойтись можно. Туз 4 просто за колд колем. Хорошие потоции. Так, ну у него тут что-то типа оверпара или над флаш. Фиг знает, что можно таким сайзингом тут ставить. Что он хочет подешевле посмотреть терн или наоборот добрать, непонятно пока что. Так, туз король, мы с баттон открывались, цбет с дамами мы трибетили, да. Я тут буду играть чекол с пиковой картой, спокойненько с пиковой дамой. Продолжаем чекать терн. Тут у нас одна улица value, если она есть, так что перенесем ее на ривер. Ужасная игра с тузикс с его стороны. Так, тут мы что делаем? Тут у фиша не слишком большой акул опен, я поэтому лев требечу. Так, ладно. Был бы у фиша чуть больше акул опен, я бы там еще есть с нулем эквити, я буду чекфолдить. Даже после его чека флопа чекфолд все равно ничего не придумываем. У нас даже нет бубновой карты. Так, гансик. Тут фиш на большом блайнде. Ладно, кол сыграю. У него там чекфолд дикий, 73. Если бы он даже в такой бор чекал, я бы сам ставил и забирал. Ну, после ЦБ это просто выкидываем. Так, ну этот из Канады какой-то не очень сладкий. Вот этот Hey You неплохой. $4.75 на full equity 0, да? Я тут выставляюсь. Так, ладно, это за другим столом. Ну да, проиграл туз король в туз король. Тут у чувака широкий колл-опен, так что ставлю маленький сабет. Был бы у него узкий колл-опен, я бы поставил сабет полпота. Здесь агрессивный, скорее всего, хобби игрок. Я буду калировать 3-бет. Даже без позиции посмотрю, что он там делает. Насрик. Ну, насрика закалируем. С восьмерками, что у нас тут есть.
У нас тут достаточно есть туз X, чтобы ставить. Семерками нужно валюбетнуть. Тут, мне кажется, нужно пушить. Да, собрали дров. Он не, и не доехал, это хорошо. Так, отвлекли меня. Что-то где-то. Так, кто знал, а что тут вообще произошло? Как мы здесь оказались? Мы ставили CBET. Нас регуляр закалировал, да? Все, тут чекфолд. Но если все чекают, то я, возможно, заберу, если будет чекдаун. Ну, либо мы с ним делим. С чем он мог колд-колить мой CBET в 4W? А, с король хайфлашдра? Ну да, вот это тоже имеет смысл, но... Но все остальное, как бы там, с супер-вэлью, что... Так, тут все чекают. За первым. Давайте забирать. У нас еще есть немножко эквити. Не буду рандомом. Давай доехать. Скорее всего, если все чекают, у нас лучшая рука. Так, тут какой-то минрейс против фиша. Ладно. С троечками мультивей. Эх, не попали в каре. Идеальный флоп туз 3-3. И у двоих фишей по тузу, и все. Иди сюда, сладенький, ну. Но не в этот раз. Мечтать не вредно, конечно. Так, вот этот хобби-игрок нам проиграл и ушел из-за стола. Что-то, ладно. Тоже уходим. Так это 20 на 15, ну все равно столов мало, я сейчас играю все столы, вот всего 10 столов, есть там еще столы, ну есть еще 2, я пока что не встаю на них все тау. Так мы туз 5 должны были в 4 бетать, ну ладно, в этот раз я выкину без бубновой карты. А, у нас тут и немножко 150 ББ, так что... Ну, хотя суть не меняет особо. Но это небольшой аргумент в сторону фолда. 10-9 буби, то конечно, открываем из любой позиции. Так, здесь непонятный чувак, поэтому буду ставить плотный ЦБ. Вопрос. Ну, чек терну сыграем. Это, в принципе, нормально. Если он чекает, у нас есть value bet ривера. Так, тролль слишком мало открывает ВТГ. Ну да, это вот, не появились статы на фиша, но value bet там очевидно был. Ну и этот фиш просто против котов, а заколдколил самым сосным стеком валетов, ну как бы. Против всех остальных рук у нас есть валюбет. Против всего рейнджа, так, король-дама. Я тут не стал открываться с король-дамой.
Ну, там и 8 ЦБ. Открывается какой-то столик. Сейчас посмотрим, что там за столик. Этот 18 на 9 мне не нравится, уйдем отсюда. Вот этот не помню, сейчас появятся статы. Так, тут мы против чувака 3 бетим 2,50, поскольку он против нас фолдит меньше 40, я буду против него все ребетить увеличенным сайзингом, и в основном это будет value. Я против него весь практически полифовый спектр убираю, особенно без позиции. В позиции там иногда для виду можно блефовые руки добавлять, но все равно в основном это будет value. Так, на большой сайзинг стила тут туз-2 я выкидываю против чувака в 18 на 9. Так, восьмерки ему хитнули сет. Хорошо. Туз-3. Почему я тут думал о фолде? Тут открываться надо. Тут одни регуляры. Если тут одни регуляры, то на его ацбет я бы играл рейс. Если бы тут бы сидел жирный фиш, то я бы играл кол. Вот 9-10 я уже буду чекфолдить. Одномастный туз то можно открывать, если есть несколько фишей. А вот 9-10 как раз наоборот играется без позиции. Этот Uncle Ben's что-то какой-то 7 на 0 пока на 14 рук. Не очень, товарищ. Туз 10 открываем. Лев-трипайтеров здесь нет. Здесь только два фиша. Чокобой не блефтребетит никогда, ну то есть чуть-чуть совсем на блайндах. Блин, жалко, что тут я не в дипах и не на поздней позиции, я бы с ним сыграл. Так, и против Лексуса чё? Колды. Один ЦБ макалируем, но он тут терн ставит, я терн выкидываю. Король 6, закалирую. Нафига он дикие ЦБ ставит? В принципе, тут я даже могу почекрейзить. Сколько сайзинг, где-то 4 ставить. Это бы я бы тут не колд колил, ой, ну то есть чекрейзил. Это мультивей, у него там всегда туз после ЦБ, это ну часто. Так, здесь хобби игрок, да? Это он ЦБ-тит или что? Или он на большом блайнде? Вот. Когда записываешь видео, ход раздачи немножко теряется. Если он сейчас будет подставить терн, то уже скорее нужно выкидывать. Так,
Здесь просто фолд. Чем там где был? А, он был на большом бланде, он играет донг-пот. Ну, ладно, в принципе. Фолд не ошибка. Там на самом деле немножко погранично. Так, кэш-фиш против нас вроде тоже много. А, нет. Я не посмотрел его статы. Общий фолд у него 43, но он, видимо, чисто против меня за... аджастился, и против меня он фолдит уже 63. А я поставил увеличенный сайдинг, не посмотрел. Так, 8-10 это сквиз. Король валет это лев 3-бет. Семерки против фиша кол. Вопрос, что мне тут делать? Будем рейзить. Не хочу запускать его в ход со всякой фигней. А потом будем рейзить. Ну, фишу там хватило восьмерочки. Ну, окей. Не страшно. Так, семерками колд-колем фиша. Пофиг, что у него небольшой стек. Здесь еще один фиш. Ловим сет. Король 10 за первым блеф 3-бет. Так, что мы тут его рейзим или нет? Как бы... почему бы и нет? Собственно. Ну, сайдинг выбираем маленький. Чтоб он протащил все. На терне тоже ставим мало и все, доехал. Ну как бы здесь я буду пушить на вэлю, очевидно, если он открывает 100 гет, у него там стрейтов очень мало, в основном тузикс. Ну, если есть это рандомный стрейт, то ладно. Не страшно. Но тут точно пуш на вэлью. Если бы это был лимпованный пот, это была бы совершенно иная ситуация. А он open raised из ОТГ. У него там туз X, туз король, ну что-то типа такого. Туз дама, сильный. Причем сильным кикером. Так, что-то столики заканчиваются. Блин, вот тут фиш. Ошибся я, видимо, что выкинул тогда. Ну, против него. Здесь ма немножко в дипах. Я блеф требатить не хочу, сыграю кол. Ладно, нас подквизил Лексус, отдаем ему. А так, тут у чувака первый 3-бет за 80 рук, я без позиции не буду калировать. А, 5 ББ я закалирую, вот этот скорее всего сыграет чекол. Будем надеяться, что хитнем наш сет. Восемь хочется поиграть, но позиция у нас ужасная. И это не СХ за СХ. Все было бы проще. Так, это вот тот фиш тайтовый. Ну, семерки просто чек бихайнс, валет 7, очевидно, кол. Здесь нам нужно ставить. Showdown value у нас нету.
Сатузыксу он не будет чеколить дважды. А вот нам нужно, чтобы он чеколил дважды. Поэтому. Это влюбет. У него, видимо, совпадение, да, было? 8-5. Чек натер неплохо. Скорее. В этой ситуации. Так, здесь чувак из Канады открывается большим сайдингом, но он possible blind или нет? Ну фиг знает, ладно, я выкину на большой сайдинг на 3,5 блайнда. Дама 10 изолировал, не попал. Просто играем, играем максимально просто. Ждем, пока хитнем, и все. На экшен оверфолдим. Чуваки в нас сами запихают все. Так, с король дам, очевидно, будем играть. С король 7 не буду воровать. Я туз икс тут не выкинул. Офишей. Надеяться, что у него нет флаша. Эх, есть все-таки. Ну, был бы там СПР натер не один к двум, а чуть поменьше. Я бы запихал овербетом, но так у него еще нормальная комбинация, ну, нормальная пачка флашей. Он играл лимп-кол до флопа, так что не буду рисковать. Сыграл пассивненько. Чек-чек. И смотрим, упадет ли буба. Здесь 4 вей. Ладно. Так, тут фиш на блайнде, сыграю кол с король-дамы. Одномасенькими. Так, что он тут? Он тут играет чек-кол на флопе. Ну, мы тут флоп ставим, чекаем терн и колем ривер. Ага, чек-рейс вообще. What the fuck? На таком флопе играть чек-рейс, это... это вообще как эта херня, ну, ладно. Пусть. На любые неадекватные линии от фишерегов мы спокойно фолдим. И потом только если появятся ноцы, что он так блефует, то как бы уже будем играть. Так, фолдим, фолдим, фолдим. Если вы попытаетесь там вскрывать, вы скорее всего упоритесь в фанации и все. И на этом история закончится. И больше вы не захотите вскрывать. Что можно чекрейзить там? Каре тузов. Увы, тут я ставить не могу. А вот фадам уже обязательно нужно ставить. Ставить немного полпота. Так, ну, инстафолдит фиш, к сожалению. Чек-чек, и выиграли тут с фишом нормально. Блефуем, тут миллион дров, который фиш не выкинет, и миллион совпадений у него рандомных.
Воровать нужно только сухие лимфованные флопы, в которые фиш с карри всего никак не попал. Так, здесь я за колд колю на малом блайнде. У него пока что кукол опен 40. Ему будет интересно. Эх, он выкинул. Ну и чек фолж. Ну и колд колли либо хитнуть сет, либо по мультипоте хитнуть сет. Поэтому. Ну, в основном расчет был на мультипот. Без позиции я там особо ничего изображать не могу. Так, 5-8 это всегда кол. Борт нам не попал. Не подошел. Ну да, ну то есть нашему спектру он-то подошел лучше, чем его. Но он ставится бет, я поэтому сдаюсь и все. Вообще практически любой борт подходит больше мне. Блайнде. Так, здесь фиш-фиш. Поставлю один ЦБ, этой терн буду играть от чека. Этот фиш пассивный. Ну, ну да, на вот такой карте уж точно чекфолд. Не-не-не-не-не. Он никогда не блефует. Он просто не умеет этого делать. Лимпищий фиш. Чуваки, которые играют без open raise, они совершенно неадекватно. Так. Откройся, fold на cbet. Пока что 100. Семь девять. Желательно, конечно, хай-карту постарше иметь. Он цебедит флоп и терн. Я буду сдаваться. Так, ну, против такого вот агрессивного фиша можно коллировать больше всякой шляпы. Он потому что вас пробаррелит хорошенечко на ваших структурах. Ну и топ-пары против него тоже неплохо играют. Так, девятки это всегда сквиз, пятерки не попали, чекфолд. Так, что там у Кузьмы на open race 14. И он не 4 бетит в облев никогда. Так что я на 4 бет против него выкидываю туз король и дам, наверное, королей. Ну, но там же нужно чуть подумать. Против таких фишерегов с узким 4 бетом играть очень легко. Так. Так, ну, позапишем еще. Попишем еще минут 15. Так. Здесь против нас хобби игрок. Буду полюбить плотненько. Терн буду ставить блокбет. По барону. Чек, нормально. Видите? Работает 145% от пота.
блокбетик. Можно было валюбетить ривер на самом деле. Но вот именно после такого блокбета безопасней чек. Ну, я уверен, что будет полюс его, так, конечно, но... Ну да, фиш 7 микс там или что там, всегда будет донгл, у нас скорее всего лучший кикер, можно ставить маленьким сайзингом одну треть типа, да. Ну да, лучше тот было ставить, я-то конечно сам себя передумал, скажем так. Добрать-то я на терн не добрал, но на такой карте нужно было и на ривере добирать всегда. Эх. Ну ладно. Будем знать. Главное, знать, где ты ошибаешься. Так, фобота мы, блин, втребетаем. У него там фолд вроде в нас где-то 70. Да, тут хоть игрок. Лимпел, фобот изолирует. Так, тут фиши выставились у одного сайт пятерок, у другого сайт шестерок. Два фиша. Король валет, я тут буду фолдить. Я такое не защищаю. По крайней мере, колом. Так. 7-80, скачу там засолидим. Пусть он рандом выкинет. По девятку мы уже будем ставить очень плотно. Мы, грубо говоря, за полпота на флопе часто смотрим во все улицы с гадшотом, что неплохо. Так, здесь в такую структуру я по фиша не буду ставить. О, он тут гадшоты не склонен выкидывать, ни мелкие, ни нижние. Ну, на такой сайдинг кол. Ладно, ривер уже выкинем. Десятки изолировали. Шестьдесят шесть он фолдит на флопе. Вопрос, если он колет флоп, то что мы делаем при таком большом фолде? Так, валет туз 4 с батона, мы против фиша будем чекать до шоудауна. Это, видите, это фиш регуляр. Это не фишерек, это фиш регуляр. У меня на него уже накопилось 2,8к рук. Так, здесь фиш мин 3-бетит. Он во минусе. Буду с ним стекаться. То есть поставлю до флопа ровно половину его стека. И легко пихаю любой флоп. Ну, даже вот такой. Любой. Туз 10. Замечательно. Эта тема работает офигенно. Против жирных фишей ставишь до флопа полых стек, и на флопе тебе нужно иметь 25%
против его рейнджа, ну как бы у тебя-то эквити против его рейнджа там не 25, а все 80. Он еще иногда и фолдит на твой all-in. Ну вот так вот нужно играть с руками туз король и туз дама. Ну иногда туз валет, но в основном туз король и туз дама. Чтобы даже против его совпадений там иметь эти 25% на флопе. Так, а тут я донкнул, что ли? Отвлекся, заговорился, сыграл какую-то. Нет, ну, в принципе, донк верный, но что я тут до флопа делал? Ривер это фолд. Фиш тут не блефуют. Никогда. Ну, то есть иногда, но там это слишком мало. Да, он даже тут валет чекает. Что уж говорить о на более слабых парах. Ну, мы с него собрали на флопе. Нормально. Так, ну, в общем-то, ладно. В принципе, я уже 50 минут записываю. Так, Lexus тут открывается. Два блайнда. Мы заколируем. После бэтчека на флопе у нас бэт-бэт на вэлью, две улицы. Причем не одна улица, а две на вэлью. Так, ну сейчас посмотрим результаты. Но я там еще до начала сессии сыграл там несколько сотен рук, но немножко выиграл. Сейчас посмотрим, что получилось за сессию. Так. Ну, выиграли плюс 3 боина с мелочью, да? Так вот выиграли. Да. Нормально. Так, сейчас еще сыграю пару рук, которые раздали. Туз король это стандартный цбет, я тут не буду играть, а по-другому. С королями, с бубновым королем я буду чекать behind. Ну, против чокобоя на чекрейс выкидываем, против фиша на подбет тоже выкидываем. Ну все, ладно, всем спасибо за просмотр, увидимся.